И у нас были операции. Мы кастрировали, стерилизовали. В общей сложности у нас получилось 19. Это у нас мы уже отходим от наркоза. Большая часть кастрированных – это мальчики. Стерилизовали несколько девочек, но срочно пришлось кастрировать именно мальчишек. Срочно. Многие еще от наркоза не отошли. Это уже подростки наши подросли. Вот такие у нас дела. Сейчас они отлежатся, и мы пойдем в вольер. Вечером я открою дверь, и все пойдут на улицу, кто захочет. Здесь прямой выход во двор. Двор загорожен, это сзади дома, специально для них. А пока мы все здесь отлеживаемся, приходим в себя. Да, что мой золотой? Кто-то плачет. Ну, это жизнь, нам по-другому никак нельзя. Нам тяжело, очень тяжело. Что, мое солнышко? Что? Ты мой зайка, ребят. А ведь это кто наш? Джамбик. Наш малыш, у которого была рана на животе, был огромный свищ на плече. И вот сегодня мы Джамбика кастрировали. Поэтому это он скулит и плачет. Ты повзрослел, малыш? Все, прости, пожалуйста. Не могу, больно, безумно. Жалко. Но выхода нет. Пока не придумали другого средства бороться с бездомными животными. Да, малышка, ничего страшного. Ну, ничего, написит. По счет поменяем тряпочку. Все будет хорошо. Устала я, друзья. Так нужна ваша помощь. Вот так, мои хорошие. Вот это наша стерилизация и операции на сегодня. Да, мои маленькие, все будут хорошие мои. Все будет хорошо. Все хорошо. Все хорошо, дети. Все хорошо.